преддверии нового учебного года в школе номер 17 прошло обсуждение темы воспитания современной молодежи. Участники круглого стола отметили, что организация досуга и занятость молодых людей играют огромную роль, особенно в таком крупном и густонаселенном микрорайоне, как Новая Трехгорка. Необходимо максимально развивать территорию, считает вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области. При таком населении вы должны себя чувствовать полноценным городом. Да, у вас должно быть все свое, свой дом культуры, свой спорткомплекс, свой парк, свои скверы, какие-то такие и объекты такого значимые, там, памятники там, и так далее. То есть он должен быть полноценно сформирован. Культура, спорт и благоустройство. Представители общественных и ветеранских организаций, муниципальные депутаты-единороссы, родители учеников выделили основные направления для дальнейшей работы. Педагоги уверены, активная гражданская позиция, любовь к родной культуре и истории прививаются со школьной скамьи. Мы обсудили с ветеранами те процессы, которые происходят в плане военно-патриотического воспитания нашей молодежи, те мероприятия, которые у нас проводились и которые мы сможем проводить в ближайшее время. Мы обсудили наши традиции, которые уже сложились в нашем микрорайоне, и те современные тенденции, которые мы собираемся также внедрить в ближайшем будущем. В рамках партийного проекта «Новая школа» подобные встречи будут проводиться регулярно. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».